Здорово, народ, с вами Леха, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Clone Drone in the Danger Zone. Это игра про далекое будущее, где людей превращают в киборгов и заставляют сражаться на арене. Так, первый уровень, один противник. Ну чё, раз на раз, да, петух? Сука, на тебе. Ну, и чё, голубой петух? Сука, на. Чмо бесполезное. Я уничтожил вашего робота. Убил вашего воина. И убью сейчас всех остальных, короче. Я не знаю, как это прочитать. Вот это вот имя. Но мне 38 лет. Блять, игра свернулась, я испугался. Так, окей. Далее. Здесь можно что-нибудь себе прокачать. Я не знаю, что выбрать. Выбрать что-нибудь пополезнее. Вот одно из самых полезных умений. Вот оно. Так, блокировать стрелы. А вроде прочитал, какие умения что дают. И сейчас я буду блокировать стрелы, которые в меня, в принципе, никто не запускает. Я сбоку бил. Минус. Минус. Ну, блин, они такие медленные. Так долго к ним подходить, и потом так долго от них уходить. Блин, я ему голову срубил. Так. Ну что ж, сейчас прокачаем что-нибудь еще. Что-нибудь покруче. Жалко здесь, собственно, геймплей не особо разнообразный. Сделали бы больше ударов, больше всяких плюшек. Во, кик. Типа пинайте оппонентов двойным прыжком. Что-то это делает. Ну сейчас посмотрим. Будем пинать оппонентов двойным прыжком. Двойной прыжок он, собственно, не делает, но все же. Написано. Бля. Здравствуйте. Сейчас посмотрим, кстати. Оп. Оп. Давай, я его отбиваю, отбиваю. Они мне не рады. Хорошо, сейчас всех порешу. Лови. Кто мне Steam? Кто и зачем мне включил Steam? Непонятно. Так, хорошо, одному руки срубаю. Второму что-нибудь еще срубаю. Голову наполовину срубил. Так, отбиваем. Отбиваем. Блин, как направлять эти стрелы в противников? О, он меня чуть не попал. Он меня чуть не убил. Ну давай. Умри от своей же стрелы. Не хочет. Ой-ой-ой, опасно. Хотел разрубить его сбоку, но пришлось ему ебало располовинить. Ну, как обычно. Блин, лагать начало из-за Стима. Что-то он запустился. Что-то там еще поназапускалось, непонятно. О, дайте ей разрубить зеленого пидораса. Он не хочет. Бля. FPS садится немного, ладно. Не страшно. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас можно посмотреть на стремительно падающий FPS и закрыть все, что открылось, к хуям собачьим. Собственно, я справился с этой проблемой, и сейчас выбираю что-нибудь, чтобы прокачать. Так, больше энергии дает, это дает лук, джетпак и клоун. Не знаю, нафига мне клоун, ну ладно. Это помогает, наверное, вставать быстро. Ладно, прокачаю. Вдруг меня скинут, с ног собьют, и ударят, там, в нокаут отправят, я такой хуяк и встал быстро. А буду уничтожать все. Так, это уже интереснее. Пилы, пилы. Но они меня, собственно, убьют. А между ними стоять, ну, не рискну, ладно. Иди сюда, сучонок. Воу-воу-воу. Так, минус ноги. Без ног они не работают. Они не хотят работать без ног. А давайте посмотрим, как они убьют своего. Давайте, убейте его. Косые ублюдки. Самому все вместо вас делать приходится. Так, проходим. Пропрыгиваем. Так, меч вверх. Блокируем. Да, этот дебил своему же ногу отрезал. Я же его ударил. Он в меня попал. Как-то. Он меня пробил. Прострелил. Так. Я буду мстить. Все. Отрубаем ему руки. И он уже бесполезный, в принципе. Потом отрубаем все остальное.
Я не понимаю, что они говорят. Они говорят какой-то бред. Да иду я. Хьюман. Так. Как ты думаешь, блин? Аналитический бот. Как уничтожить бота-паука 5000? Аналитический бот отвечает, что это невозможно. Но сейчас мы это проверим. Так, возьму лук. Просто чтоб был. Люблю стрелять. Так, лук, как он выглядит? Он выглядит вот так. Весело. Ебать. А я тебя без лука угандоню. Отвечаю ему, нужно просто в глаз попасть. Это изи. Легко. Так, так, так. В смысле? В смысле не попал? Ну да ладно. Так, минус нога. О-о-о. А, вот зачем я прокачал вот этот get up. То есть он встает сейчас быстро. Так. А двойной прыжок мы так и не пробовали. Хорошо. Опа. Нехило так. Умер. Умер. Вот эти безногие инвалиды, они вообще бесполезны. Я тебе сейчас культяпы все твои пообрезаю. Пообрезаю. Вдруг это у него... Ладно. Глупая идея была. Я даже не буду ее озвучивать. Сейчас пообрезаю тебе все. Сука, не крутись. Я тебе маникюр делаю. Так. О-о-о. Так. 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 Это что-то типа... кастрации лапок паука. Так. И бомба. Надеюсь, эти бомбы меня только с ног сбивают и не могут убить. Интересно, что будет, если разрубить... А, не разрубаются. Они еще разрубаются, ё-моё. Так. Проведем эксперимент. Так, я попал в него. Я все это порублю, чтобы они дольше ехали. Так, стой, 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 стой. Сука, убью нахуй. Они пиздят мой металлолом. Ну, иди сюда, собака. Сука, зеленая, иди сюда. Все, они спиздили, я по ним не могу попасть. Все, я ухожу. Обиделся и ухожу. Сука. Блин, он еще и ушел за этот экран защитный какой-то там. Больше, сильнее, что-то там еще и блокирует. Блокирует, хорошо. Что-то оно делает. Блокирует. Или блок. Сбивает баланс оппоненту. Как там? Можно его пнуть. Или сбить с толку. Или еще что-нибудь с ними сделать. О, они красненькие. Они классные. Прям как я. Братишки! Братишка, сука, замахнулся на меня. Ты на кого замахнулся? Так, понятно. Этот долбоеб сам умер. Сосунки. Это типа они сильнее, да? Не чувствую. Изи. Изи. Просто изи. Так. Почему я делаю только один выстрел из лука? Я хочу больше. Что будет следующим? Смерть человека. Непонятно, я думал, они скажут, кто будет в следующей битве против меня. Ну да ладно, прокачаем энергию или... или не энергию, чтобы прокачать пополезнее. Ладно, вот это. Хорошо. В следующий раз я прокачаю клона. Может быть, он со мной будет воевать. Или еще что-нибудь такое делать. Опа-на! Сука. Не, ну эти бомбы вообще опасные. Меня, наверное, эти пидорасы рубать будут. О, своему же лапу отрубил. На. Ох ты, сука. В спину, да? В спину, значит. О-о-о-о, вставай, 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 вставай. О, ногу мне не отрубили. Ладно, дебил, своему же голову срубил. Хорошо. Хорошо. Будем рубать их. Рубать по-тихому. О-о-о, они прыгать умеют. Так, увернулся от стрелы. Ну, в принципе, убить их мне труда не составит, но я люблю их расчленять. Мне понравилась эта затея. Этот дебил сам его завалил. Сука, ты меня игрушки лишил. Охуел. О-о-о, вставай, 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 вставай. Так, хорошо. Давай играться. Играемся. Тебе, сука, не весело со мной играть, пидор? Не весело ему, блядь.
Так. Ой, Спайдертрон 6000. Это, наверное, что-то на 1000 круче. Если логично так предположить. Ладно. Далее у нас идет больше энергии. Или что-то типа... Или размер стрел. Или еще что-то. Я не в теме. Так, клона хотел прокачать. Клон. А, ну заебись. И что, ты тут будешь стоять? Ладно, хер с ним. Наверное, если я умру, я буду играть за клона. И таких можно создать 5. Ну, типа запасная жизнь. Так, сейчас всех порублю, нахуй, иди сюда, мясо, блядь. Ебать, ты опасен. Аск. Не ожидал? Не ожидал, что я блокировать умею? Так, а я еще и стрелять умею. Ебать, меч взял. Не ожидал. Вот этого я точно не ожидал. Так, порезал. Хе, долбоёб. Ну давай, лучниковая дуэль. Дуэль лучников. Иди сюда. Блин, уворачивайся, уворачивайся, падла. У тебя энергии, что ли, дохуя? Бля, энергию, энергию. Блять. Хорошо, умри так. Я думал, я его наполовину разрубил. Вот так вот. Раздраконить его, блядь. Ладно, хорошо. Лук. Лук, меч, лук. Ага. Хорошо. Хорошо. Прокачиваем. Прокачиваем. Так. 90... Двойная скобочка, арк. Непонятно. Ну ладно, сделаем вот так. Пусть будет. Просто пусть будет. Может, я буду круче блокировать как-нибудь. Точнее, отбивать сразу в противника такой. Ебана. А, сука, не попал. Хотел нежданчиков. Нет, 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 нет. Жопу поцарапал. Сука, ну я вернусь. Это был мой брат. Это был мой старший брат, получается, так ведь? Идите сюда, пидорасы. Я готов мстить. Ну, сука, я тебя мечом зарежу. О, я отрубил тебе руки. Жив, но без... Почему я не могу... А, вот, все, смог. Смог. На, сука. Так, двоих сразу скосил. Понятно. Бесполезные долбоебы. Все. Ну теперь я понял, зачем нужен клон. Интересно, в статье прокачек он у меня обнулился, получается, раз его убили. Или нет? Сейчас посмотрим. Так. Не, нихуя. Хорошо. Хорошо. Значит так. Дебалансирует оппонентов сильнее. Это что? Рековер что-то там переделывает. Быстрее... А, быстрое возвращение после того, как меня дебалансируют, так сказать. Я не знаю, как это... Насрать вообще, короче. Просто прокачал, просто я круче. Просто монстр. Монстр, блядь. Это все? Я же троих таких распидорасил. Ну, иди сюда, сучка. Воу-воу-воу. Да ты опасен. Обсосок. Так. Это твой удачный день, чтобы сбежать. Я помогу тебе сбежать. В данный момент дверь открыта, и можешь бежать туда. Беги, не останавливайся. Готов? Беги. Бля, куда бежать? На, сука. Бежим, бля. Бежим, бля. Бежим, бежим, бежим. Что происходит? Какие-то там ворота открытые, невозможно. Блин, я не успеваю. Я сбежал. Ой, блядь! Ебать! И что, меня никто не будет останавливать? Так неинтересно. Ну, давайте, бегите за мной. Я даже вернуться туда не могу. Хорошо. А здесь что? Что это? Мне просто интересно, ради интереса, что это такое? Эй, нельзя с этим ничего сделать, окей. Окей, я просто ухожу. Ебать.
Какой огромный и неинтересный город со зданиями без окон. Роботы-бизнесмены. Роботы-роботы. И я уехал. Я уехал жить в Лондон. Женщина, уйди. Выжил и смог уйти. Блин. Вместе могут вернуться, сражаться. Какое-то там безумие. Давай сделаем это. Ты прошел альфа. Да? Я ведь прошел, сука мать его, альфа-версию игры. Где пиксельные роботы сражались на пиксельных мечах. И разбрызгивали пиксельное масло друг друга. Именно поэтому я заканчиваю это видео. Прошу подписаться на мой канал, поставить лайк, писать положительные комментарии. Пишите в комментариях, какие игры вы хотите, чтобы я прошел, скидывайте их названия и так далее. Всем удачи, всем пока!